Всем привет! Сегодня сниму про своих попугайчиков. Просили снять, вот сегодня время есть, после работы приехал. Ну, попугаями сейчас ничего не происходит, вот. Отдыхают. Все сейчас попугайчики похорошели, поменяли перо. Все такие чистенькие, подтянутые стали после размножения. Самки особенно были замученные. Сейчас приближу. Вот самцы, видите, раз, два, три, четыре, пять самцов держится кучником что-то. Вот это все, вот четыре самца сидят вместе, голубых. У них, ну, мужики что, общаются между собой, планы, наверное, там на будущее. Кто с кем будет. Вот она, парочка воркует. Ну, скоро, сейчас еще 2 месяца. И дай бог, вот пристает к самке. Сейчас еще 2 месяца и пойдет размножение. Вот, ухаживает за самочкой. Что-то уже он ей говорит. Вот она к нему идет. Вот, прилетела молодая. Самка молодая прилетела. Тоже хочет внимания. Но у нее, по-моему, самца пока еще нету. А остальные вот. Просили. Сейчас отсюда сниму их. Просили показать пшено. Кто-то писал. Сейчас покажу, как пшено выглядит. Больше-то ничего так и не происходит. Вот пшено, видите, вот. Как его? Сейчас на руку возьму, в руку. Не видно. Это магазинное пшено. Просто. Вот оно. В неочищенном виде. Вот. Вот. Вот это в неочищенном виде, это отсев. Сейчас попробую я его поймать. Сейчас. Не получается. Короче, вот он в неочищенном виде, это пшено. Ну, здесь разнотравие, правда. Сейчас попробую, ну-ка. Вот я выложил его этот, вот оно не в, в очищенном виде, который продают в магазинах, вот. Чистое просо, чищенное, когда почистят, оно называется пшено. В магазинах его продают по килограмму, по 5 килограмм. А вот это то, что не очищено. Ну здесь, видите, разнотравие, здесь семян много. Я килограмм 300, по-моему, закупил его для попугаев. Вот в мешках стоят. Еще даже сколько? Ну даже пол мешка еще не ушло с момента закупки, когда я в октябре, по-моему, покупал. Вот это. Вот это я даю им. И вот это даю. И ячмень даю. Ячмень. Овес. Не ячмень, овес. Ячмень грубо, они его плохо едят. Вот ячмень. Вот они его грызут. Ну и в основном все. Вот у них мел стоит кормовой, вон он, с известняком. И все, кашу сейчас редко даю, раз в неделю сейчас стал давать. Ну, начну где-то к середине февраля уже побольше кормить кашами, морковкой. Там разными витаминами буду кормить, покажу. Когда начнут размножаться, запишу их звуки. Вот когда повешу домики, они начнут здесь оварковать между собой. Это 100% помогает, хотя этого нигде не написано, это чисто по своим наблюдениям. Я знаю, что когда вот из всей этой толпы, если они даже не будут хотеть размножаться, одна всего лишь пара начнет заниматься размножением, то все моментально начнут размножаться тоже. Я думаю, что звуки, то, что они будут издавать, я запишу их на камеру без своих разговоров.
И будете ставить своим попугаям, чтобы они слушали. Возможно, тоже начнут размножаться. Если условия, конечно, у вас будут нормальные. Ну, вот так. Ладно, всех... Всех с наступающим. Через 4 дня Новый год. Мы еще увидимся на Новый год. Я сниму видео. Закину. Ну и все, пока. Пока, на сегодня все. Еще на Новый год увидимся, а потом увидимся уже в следующем году, в новом году. Там уже будем что-нибудь снимать. Вон, самец красивый сидит. Ну ладно, всем пока. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.